Вопросы? Вот, которая прям написана для свободной поверхности. Там вот эта точка Y0, это же точка вот та самая, которая... про нее-то известно, что... А, вот... Что-то вот здесь Y0? Да, вот это. Ну, вот у нас в этой точке каск находится. Да, понимаю. А величина ее известна? Она зависит от параметра альфа. Ага. Как зависит, известно? Мы исследовали, это получается... То есть это аналитическое какое-то зависимость, да? Да, там получается, когда мы численные методы... Аналитически нет, да? Нет, аналитически нет. Но она как-то гладко зависит от альфа, да? Или что там? Ну, давайте сейчас вот. От числа Фруда, да? Квадрат числа Фруда. Да, у нас тут получается вот альфа, это же у нас половина, ну, число Фруда в квадрате. Где же Y0 здесь? Y0 от альфа равно. Или нет? Мне кажется, Y0 от альфы. Ну да, в зависимости у нас получается, когда мы численно считали, у нас получалось, что график, когда у нас, вот если здесь число альфа, а здесь высота вот этого, y0, допустим, да, обозначим, то она, вот эта точка, она у нас опускалась. Ага. И как раз равномерно, когда у нас число альфа увеличивается, то у нас и высота немножко тут Значит, эти альфа, как это y0 ведет себя, если бесконечность, там и фут, или маленький? Ну вот, бесконечность. Непонятно, да? Ну нет, вот здесь она в конце уже устанавливается. На какую-то константу, да? Да. Ну где-то там 1/2. Примерно, да. А туда она, значит, когда альфа стремится к нулю, непонятно когда. Ну то есть вот это особенно не исследовалось, да? А когда альфа стремится к нулю, мы не исследовали. Мы не исследовали сверхкритические случаи, то есть когда вот больше какого-то значения.